Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Здравствуйте, дорогие участники совместного проекта «Любящие сердца». Месяц март пролетел, и мы спешим подвести итоги. Давайте посмотрим, какие результаты у нас за этот месяц, что у нас вышлось, какие продвижения. Ну и, конечно же, насладимся всеми процессами, потому что они разнообразные, яркие и очень интересные. Также вы можете принять участие в нашем совместном проекте. Вся информация будет в инфобоксе. Можно подать заявку, сделать фотографию вашего процесса, описание вашего процесса. Ну и, конечно же, выложить все это в наших альбомах в группе ВКонтакте, где каждый месяц мы отчитываемся. Я напомню, что отчеты мы присылаем первым. Юлия Переплетчикова присылает нам отчет по работе по набору фирмы Риолис «Материнская любовь» и пишет: «С огромной радостью представляю вам финиш и уже оформленную работу. Много положительных эмоций принес процесс, хотя, надо признаться, над украшениями в волосах мамули пришлось порядком потрудиться», сказалось обилие одиночек. «Но вся кропотливая работа того стоила. Жаль, что камера не передает мерцание бисера». Поздравляем с завершенной работой, конечно же, с оформленной работой. Это всегда праздник для рукодельницы. Очень красиво. Мы за вас радуемся. Марина Крупинина вышивает очень нежный и трогательный сюжет. Это фирма «Дом и Крафт». Вышито здесь немного, но в этих крестиках уже узнается маленький носик и губки. Вот такая красота постепенно рисовывается. Марина Лакиза вышивает в нашем совместном проекте два наборчика. Первый – это фирма «Алиса», и мы сейчас видим, как хорошо подросла работа, очень хорошее продвижение. Второй наборчик – это фирмы «Сделай своими руками», называется «Мамино тепло». Размер работы 31 на 23 сантиметра, и данный дизайн Марина вышивает в подарок для своей мамы. Пишет, что вышивала пару дней, и за эти дни вышилось не так-то много, потому что вышивает по 300-500 крестиков в день. Больше не получается. Ну что, это очень даже хороший результат. Продвигайтесь дальше. Татьяна Фетисенко вышивает оригинальный набор фирмы «Золотое руно». «Первая любовь» – очень яркий и милый сюжет. Пишет, что закончила первый лист, вышила почти половину второго. Идет частая смена ниток, и поэтому процесс идет медленно. Получается очень яркий и красивый сюжет. Ну, мы видим, как работа подросла за месяц. Очень видны хорошие продвижения. Желаем удачи! Ангелина Орлова вышивает набор фирмы «Золотые ручки», поцелуй по мотивам Густава Климта. В набор входит канва «Цвайгер» 14 каунта, 47 цветов бисера прециоза. Размер готовой работы должен получиться 40 на 46 сантиметров. Мы видим, как хорошо продвинулась работа. Работа очень яркая, красивая. К сожалению, как всегда, фото не передает блеск бисера, но тем не менее видно, что работа очень яркая. И пишет Ангелина, что лица, цвет кожи очень красиво переданы, очень плавные переходы, все смотрится естественно. Ну и, конечно же, более подробно о данном процессе вы можете ознакомиться на канале у Ангелины. Татьяна Демгина отчитывается по оригинальному набору фирмы «Ланарте». Вот такой сказочный сюжет, очень интересный дизайн, хорошее продвижение. Единственное, Татьяна жалуется на то, что сложно вышивать металлизированной ниточкой. Ну, это всегда сложно ей вышивать, поэтому нужно немножко потерпеть, ведь получается такая красота. Желаем вам удачи и ждем новых отчетов. Марина Филиппова отчитывается по наборчику фирмы «Риолис». Это «Волки». Размер работы будет 40 на 60 сантиметров. Напомню, что вышивает Марина данный дизайн уже третий раз на подарок. Пишет, что чуть-чуть не успела вышить волчонка. Вышивается легко и с удовольствием, несмотря на 50 оттенков серого. Схема проработана великолепно. Спасибо, «Риолис». Да, у «Риолис» всегда классные схемы, очень легко все вышивается. Спасибо за участие и желаем скорейшего завершения работы.
Татьяна Петрова вышивает оригинальный набор фирмы «Золотое руно» по сюжету Афремова. Яркая, интересная работа. Мы видим, что есть старт, есть хорошее продвижение для данного дизайна. Действительно хороший, потому что мы все знаем, что используется очень много оттенков, часто идет смена нитки, поэтому процесс быстро не двигается, но тем не менее, когда есть продвижение, говорит о том, что работа будет завершена. Желаем удачи и, конечно же, ждем новых отчетов. Хочется посмотреть на эту завораживающую картину. Людмила Хараян вышивает оригинальный набор фирмы Dimensions. Работа практически двигается уже к завершению, осталось чуть-чуть, и мы увидим полностью завершенную работу. Ждем, конечно же, нового отчета. Светлана Кузнецова вышивает наборчик фирмы MP Studio. Здесь у нас дизайн вышивается на дизайнерской канве. Размер работы будет 20 на 30 сантиметров. Есть хорошее продвижение. Работа была начата из центра, поэтому не очень четко сейчас видно, что получается, но еще чуть-чуть, и вся картина проявится. Очень нежный, трогательный сюжет. Конечно же, ждем новых отчетов. Елена Канева вышивает набор от фирмы Вервака. Вышивается на 18-й Аиде. Размер готовой работы будет 17 на 24 сантиметра. Пишет, что в этом месяце много времени не удалось уделить этому процессу, но тем не менее, хоть по чуть-чуть, но работа двигается. И мы можем видеть, что практически уже работа завершена. Осталось еще чуть-чуть и будет готовая работа. Очень классный дизайн. Конечно же, ждем готовую работу. Отчет Татьяны Буркицы. Пишет Татьяна. Рада всех приветствовать в апреле. Продолжаю вышивать набор от фирмы РТО «Свадьба». Жених уже практически вышит. Бэк стараюсь сделать сразу. Всем вышивальщицам быстрых крестиков и крепкого здоровья. Ну а мы, конечно же, держим кулачки, чтобы увидеть в следующем месяце полностью готовую работу. Мария Рижских вышивает оригинальный набор фирмы Риолис «Поцелуй». Размер 30 на 35 сантиметров, пишет Мария. Плюс 7400 крестиков за 13 вышивальных дней марта. Пожалуй, самый сложный участок в этой работе в платье девушки пройден. Надеюсь, в следующем отчете покажу уже готовую работу. Мы на это тоже надеемся. Дизайн великолепный, работа яркая, красивая. Одно наслаждение. Желаем удачи, шустрой иголочки. Ирина Соколовская представляет нам отчет по набору фирмы Пана «Свидание». Размер работы 23 на 20 сантиметров. Ткань здесь Линда и ниточки от фирмы Гамма. Начато всего несколько крестиков. И мы видим, что есть первые продвижения. Это очертания пары появились за этот месяц. Ну и, конечно же, будем следить за дальнейшим отшивом данного процесса. Илиева Элиза вышивает набор фирмы Лукаэс «Навсегда». Прекрасная пара лебедей. Пишет нам, что вышила уже первый лист и уже даже приступила ко второму. Вышивается легко на одном дыхании. Ну а мы будем следить за развитием и ростом этой работы. Татьяна Муратова вышивает наборчик фирмы Joy Sunday «Рука в руке». Вышивается на 14-й канве, используется 10 цветов мулине. Размер работы будет 27 на 21 сантиметр. Пишет нам, что положено начало процесса, вышивает Татьяна по цветам, пока все нравится, но немножко темновато получается, но все равно будет продолжать вышивку. Я думаю, что все, Татьяна, будет у вас прекрасно, работа выдержана в таких оттенках, в сепии, немножко контрастно получится, но будет ярко и очень замечательно. А в оформлении вообще работа заиграет своими красками. Поэтому продолжайте вышивать, мы будем вас поддерживать. Виктория Румянцева в марте месяце заявила дизайн Норы Корбет. Это Geranium NC198. Дизайн вышивается на линии 27-го каунта белого цвета. Ниточки здесь мулине ДМС 19 цветов, 4 цвета бисера и 2 металлика. Ну и как мы видим, здесь у нас и подготовка, и уже готовая работа.
Пишет Виктория, что герань охраняет дом от всего дурного и от завистливых взглядов доброжелателей в кавычках и сглаживает конфликты между членами семьи. Красная герань является символом крепких семейных отношений и хранителем семейного очага. Красный цвет всегда был символом любви и страсти. Ну, пока мы читали все эти прекрасные слова, которые нам прислала Виктория, мы полюбовались на великолепный отшив. Хорошее исполнение, очень красивая нежная работа. Конечно же, бисер и металлик украшают работу и делают ее более нарядной и красочной. Поздравляем с быстрым финишем. А вот и мой отчет. Напомню, что я вышиваю оригинальный набор фирмы Lanarte. Так и называется этот наборчик «Любящие сердца». Вышивается на тонированной основе. Это линда 27-го каунта. Дизайн очень легкий, воздушный, вышивается на одном дыхании с удовольствием. И эта работа у меня самая, так сказать, вышивальная, самая активная была в марте месяце. Я думаю, что в апреле месяце мне даже удастся завершить эту работу и показать вам готовый результат. И я думаю, что я смогу себя порадовать даже новым стартом. Вот. Ну, на этом у меня все. Благодарю всех участниц за активность. Конечно же, продолжаем вышивать, концентрируемся на наших мечтах, планах, ну или просто получаем удовольствие от вышивки. На этом у меня все. До новых встреч. Всем пока-пока.